Отец советской ядерной бомбы Игорь Курчатов нашел мирное применение атому. Он придумал снабдить атомной энергетической установкой ледокол. Первый в мире атомоход был возведен в рекордные сроки – 1.5 года. Если дизельные ледоколы сжигали за час работы до 3 тонн нефти, то Ленину на сутки хватало 45 грамм ядерного горючего размером со спичечный коробок. Это был, конечно, прорыв. За 30 лет эксплуатации Ленин провел по Северному морскому пути сотни караванов, намотал более 500 000 морских миль. В 1989 году ледокол был поставлен на вечную стоянку в Мурманске, став музеем. Сегодня в мире идет гонка по освоению Арктики, и Россия не намерена сдавать свои лидирующие позиции. В этом году на воду спущен преемник Ленина, мощнейший в мире атомоход «Арктика». Он отправится в свой первый поход в 2017 году.